Bună seara, în primul rând. Am emoții acum doar pozitive, foarte plăcute și am emoții de satisfacție, pentru că noi am meritat să învingem acest meci. Pot spune că este o victorie bine meritată, am creat foarte multe ocazii, foarte multe cornere, pur și simplu mingea nu intra în poartă, dar până la un moment dat, cu ajutorul lui Dumnezeu, noi am câștigat. Vă rog, întrebări cu asta proste. До того, как появиться здесь, вы принимали сейчас многочисленные поцелуи. Да. Ребята, конечно, поздравили с голом, но, конечно, я рад, что забил, но я на предыдущем интервью говорил, главный результат команды. Я очень рад, что сегодня команда прошла в полуфинал. Можно предположить, что вы приходите на предматчевую пресс-конференцию, забиваете гол, приходите на итоговый, и так будет и дальше. Ну, если меня так будет вести, конечно, я только за. Я готов каждый день хоть приходить на конференции, чтобы забивать. Что стало главным, главной составляющей сегодняшней победы? Матч был очень сложным, и все висело на волоске. Вот они, пенальти, и вдруг ты забил. Да, очень сложный матч. Как и говорил Заря, хорошая команда. Сегодня было очень много борьбы, но видно было, что мы больше хотели, мы доминировали. Мы за счет желания в итоге победили. Все-таки бог футбола помог нам сегодня. А бог футбола есть у Зима один или это общий бог? Это общий бог. Как думаешь, как может сложиться игра в полуфинале с Динамо Авто? Ну, рано говорить. Мы, конечно, проанализируем Динамо Авто, но, конечно, у них очень хорошая тоже команда. В этом году у них в Динамо Авто перешли очень опытные и хорошие футболисты, и, конечно, против них будет очень тяжело. Нужно будет настраиваться даже больше, чем на Зарю. Многие тебя сравнивают с твоим братом, тебе, наверное, эти сравнения надоели. Но, в принципе, учитывая то, что твоя позиция не столь активна, позиция на фланге, у брата центральный нападающий, есть у тебя какие-то шансы засветиться рядом с ним в таблице лучших бомбардиров? Ну, не могу сказать, что мне надоели, потому что это сравнения позитивные. Ну, пока что я впереди, я не могу сказать, что я должен его обогнать. Он должен меня обогнать сейчас. Хорошо, спасибо. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо.